третий сборник случайных видео из разных моих наблюдений. Смотрите. Собрались, соберись. Что там за бардак сзади у нас? Это посетитель. Чего они сказали? Внимание. Все, приготовились. Начали. Текст. Стоп. Стоп. Ну, верти. Плейбэк последнего дубля. Он был мягкий, хороший, можно сказать. Мороженое ем. Слушаю концерт. Чем сесть. Почта.
моего друга Игоря Аксенова в Оренбурге привлекают за распространение книги Левашова. Что можете сказать по этому поводу? Это ваш стенд? Я слышал историю, да, зовут меня Дмитрий, издатель Дмитраков. Мы издаем уже около 5 лет книги Левашова. Вот. Я слышал историю, что кто-то, я не помню город, сейчас врать не буду, кто-то из читателей заказал книгу, несколько экземпляров, в том числе вот «Россия в кривозеркалах» из Украины. И при получении на почте, да, или там транспортная компания, не помню, у него были проблемы, почему запрещенные книги в нескольких экземплярах оказались и так далее. Да, действительно, у Левашова всего там около там, 14-15 книг, и 2 из них уже признали экстремистскими. В Омске признали книгу «Сборник статей «Возможности разума 3», где собраны все статьи Николая Левашова. И в подмосковном Обнинске 22 декабря 2010 года была признана экстремисткой 2-томник «Россия в кривозеркалах». Остальные книги Николая Викторовича Левашова не являются запрещенными, их можно легально, вы видите, мы на Красной площади, да, на фестивале «Книги России» 2015 легально продаем книги Николая Левашова. И обратите внимание, цены очень низкие. То есть мы продаем в «Советском Соколе» 100 рублей, там, первый том «Зеркало моей души» 100 рублей предлагаем и так далее. И очень многие люди вот видели где-то в интернете ролики, рассуждения Николая Левашова на те или другие темы и так далее. Видят нас, у нас здесь эти книги, и точно так же там удивляются, мы слышали, что это запрещено, автор так далее. Мы всем разъясняем. То, что проблемы получились, я так предполагаю, было несколько экземпляров, и подразумевается, что распространение этих книг. Вон товарищ тоже ходит, интересуется нашими книгами. Вот, видишь, и так далее, чтобы мы тут не нарушали ничего. Поэтому мы не предлагаем запрещенные книги здесь, ни в коем случае. Нам, мы люди законопослушные и вынуждены так делать. Что, кончилось, взять? Да, ну, спасибо за разъяснение. Да, читайте книги Левашова. Поверьте, даже те, которые не запрещенные, у них очень много интересной информации для думающих людей. Спасибо. Кстати, они в 19 веке еще, но они зарабатывали вот именно так. То есть места скопления на ярмарках и ходили от дома к дому, да, от деревни к деревне, по-разному. Но вот на ярмарках, они говорят, уже в 19 веке, они этнографам жаловались, говорят, что скоро, наверное, мир отомрет, потому что на ярмарках стали с кабака физгармонию выносили на улицу и на физгармонии играли, ну, соответственно, народ шел, все-таки орган, больше возможностей. Но они как ошиблись, потому что лира у нас попутовала именно так. Профессионально зарабатывали на ней, это до 1960-х годов еще лирники у нас отходили. И буквально до 60-х они уже перестали ходить, а в 80-х годах песни рей уже выставили на лире на сцене. Поэтому традиция она... Такой же штуковый? Да, ну что, как штуковый. Музыкальный штуковый, конечно. С каких районов? Мы из Воронежа. У нас лирники вот после войны лет 5 ходили.
по Воронежской, мы знаем по Тульской губернии. Нет, только ручка, больше ничего. Вот здесь ручка, она заставляет крутиться колесо. А вместо смычка колесо. И две или три струны звучат. Одна струна мелодическая, на ней мелодия, а одна или две струны бурдонные. Ее называют иногда струнной волной. Потому что если глазки закрыты... Ну что, класс, да? Проводится эксперимент. Запись, не знаю, чего там. Неопознанного. Да, лампы. В общем, кто-то включает лампу без нашего влияния. Ставим на засаду. Выключаем. Уходим.
случился. О, сработало.